последние 10 лет Урал ассоциируется со словом «обязательно». Первая ассоциация – это профессионалы, вторая ассоциация – это друзья, ну и третья, конечно, пельмени. Взрыв мозга, первое посещение Уральского форума – это взрыв. Тот редкий случай, да, когда возможность обсудить профессиональные дела, стать друзьями и получить хороший заряд бодрости, знаний и опыта, сосредоточенный на одной площадке. И контакты, и осознание того, что это развивается, понимание того, куда это развивается, ну и, соответственно, желание соответствовать этому развитию, не отстать. Коллеги, мы обращаемся ко всем профессионалам отрасли информационной безопасности в финансовой сфере. Приезжайте на Уральский форум. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.